Привет! В этом ролике мы расскажем о двух аксессуарах Orbit Key для ключей, Ring и клип второй версии. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. Orbit Key Ring второй версии – это металлический брелок для ключей или аксессуаров. У него удобная и простая система блокировки. Чтобы разблокировать кольцо, нужно провернуть и потянуть защелку. Так вы получаете доступ для того, чтобы повесить сюда ключи и всевозможные аксессуары. Кольцо изготовлено из прочной нержавеющей стали. Оно доступно в 4 цветах. Это серебристый, черный, золотой и розовый. Самый практичный вариант серебристый, поскольку на нем будут незаметны царапины. У меня есть, например, еще и черное колечко, на нем мелкие царапины уже появились. Ринг можно использовать в качестве ключницы, а можно как дополнение Key Organizer. На кольцо можно повесить все, что не поместилось в органайзер. Это длинные ключи, брелок от двери подъезда или ключ от авто. Orbit Key Clip – карабин с быстросъемным механизмом на магните. Благодаря ему можно быстро прицепить ключи на ремень или ремешок в рюкзаке и также быстро их снять. Карабин широкий, он выполнен из цинкового сплава, крепление для ключей также из металла, а магнитная застежка из пластика. Ремешок выполнен из гипалона. Это прочная ткань с повышенной устойчивостью к трению, из нее даже делают надувные лодки, так что можно не переживать, что ремешок перетрется со временем. D-образное кольцо для ключей жесткое, оно точно не выскочит из пазов, поэтому ключи вы не потеряете. Кольцо выдержит не только ключи, но и ключницы, брелоки и другие мелкие аксессуары. Можно даже повесить нож или небольшую отвертку. Клип доступен в 2 вариантах, в полностью черном цвете или с серебристым карабином и кольцом. В очередной раз советую брать серебристую версию, если не хотите видеть царапины. Orbit Key Ring и Clip – незаменимые аксессуары, которые прекрасно сочетаются с другими товарами производителя. Можно собрать ключницу под свои задачи, а еще поиграться с материалами и цветами, чтобы комплект был действительно неповторимым. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. До скорых встреч!